Иди отсюда нахуй, кагарлик, сейчас с вами пацаном тебя нахуй будем робить, кагарлик. Ну давай, делай. Собери нахуй пацанам, кому ты уже звонил. И давай, будем воевать сегодня. Все закончили, правильно? Потом я въезжаю в город, пошел в неделю, слухается, что ты говоришь, что пошел, а тут приехал за мусорской. А за кого ты приехал? Ты меня слышишь? Я тебе задаю. Ты меня слышишь, Даша, я пришел. Ты до меня слышишь, что я тебе, Даша, говорю. Если ты не такой нормальный пацан, ты за твоя базар отвечаешь. Если будешь твоя базар, то я ему сейчас отвечаю, что я такой пацан, я тебе клянусь, да, что я тебя. Будем за твое слово, сколько хочешь, собери, пацаны. Я буду тебя так накажу, что ты жизнь охуевше будешь. Я не такой пацан, я городу не снимаю. Я не мусорской. Вот что людям снимаем интернет выкидаем. Я не такой пацан. Это закончит этот базар вот так. Хорошо, футболка, я тебе футболка... Мне футболку не надо. Тогда там тоже ты людям говорили, что туда футболку надо. Я тебе дам футболку. Не надо. Разговоры вот так будут закончить. Если ты больше за меня... Расскажешь людям, что Артур переехал таким, я тебе клянусь, я тебя на туре уже. Я тебя нахуй будем робить тебя. Я тебе отвечаю. Ты уже всех людям достал. Всех. Городу, всех. Ты и ты. Вдвоем, ты не думай. Потому что в мире, короче, сейчас крутится базар. Говорит, я тебя не снимал. Не снимал. Не я, не это, пацаны. Вы снимаете городу. Так він снімає якогось. А ти, у вас деньги дають за це взагалі? Ні. А нахуя в її робить взагалі? Чисто на своїй. Кайфова, да? Чисто на своїй ініціативі. Короче, слышь, я тебе ще раз скажу. Якщо ти більше говориш, що Артур приїхала за мусора, я тебе клянусь, пішов нахуй твоя мусора, пішов нахуй твоя Гена Вікторович, Тимоха пішов нахуй, хочеш відео знімати. А що за ти? Так а чого, подожди, чого розговор такий був? Карлику ось у Міша підтвердить, що тобі тільки знімати мусору можна, тільки в райділі. Було таке? Міша сказав. Міша Чуб стояв в Карлику, такий розговор був, Віталя був. А хто сказав? Ну ви ж говорили. Що ми говорили? Що не було такого? Знімати в райділі тільки. Ну ось хай хлопці розкажуть. Зараз знімає, ну райдер знімає, ну далі. Ну що мені забороняє на вулиці знімати? Тільки я... Выкинул два видео, сразу вы подъехали. Вас там вообще в кадре даже видно. Да я за сегодня расскажу. Я сегодня-то не снимаю. Ты меня снимаешь сегодня. Я тебя сегодня не снимаю. Я твое слово не верю. Потому что ты меня снимаешь нахуй. А почему ты телефон так держишь вообще? Да потому что я ее в сумке ношу. А, сумку вот так, да? Вот так камера, короче, наверху, да? Ты что, вообще серьезно читаешь, что я лег, ебаный в рот. Кому ты расскажешь, давай это хуя? Цельно, что тебе надо? Ты хочешь за меня ину, хочешь что-то заварить, я тебе отвечаю, поломаю. Я тебе клянусь, не будем. Теперь я задам тебе питание. Я с тобой не хочу базарить. За кого ты приехал? Это уже еще раз начинает меня базарить. Ты целый день понимаешь, что я тебя базарю вообще? Я не понимаю. Я понимаю. Ты хочешь, я тебя так сейчас делаю, что тебя хуево сейчас будет? Хочешь? Дави, чтобы тебе тогда хуево. Да я хочу. Прямо сегодня. Делаешь? Отвечаешь твоя базар? Отвечаешь твоя база? Ну, подождем. Давай подождем, кто кому хуево будет делать сегодня. Хорошо. Я жду тебя. Добро. Посмотрим, кто первый делает. Вы первый сделали. Я? Да. Я жду еще твоя. Ты сегодня до меня приехал? Конечно. Ты снимаешь меня? Нет, я сидел около таксиста. А так, да? Вот от камеры стоит и так я ты снимаешь? Я сидел около таксистов, ты заезжал со стороны рынка, подъехал до меня и сказал, подъеди до этого. Я и подъехал до автостанции. Да. Чи не так было? Да, ну так. Все, что, какие питания? А где телефон был? Телефон как был в сумке, так и он и лежал. Лежал? Да. Не лежал. Не лежал твой телефон. Твой телефон вот так был, я твой телефон забрал. Где ты забрал? Телефон постоянно у меня был. Братан, где телефон забрал? Ну. Что с тобой, базары? Я слышу, ну, дай телефон. Ну хорошо, забрал ты телефон. Там было видео? А ты украл сразу и бегал. Яке бегу? Я стоял там до последнего, пока вы не уехали машинами. Что ты рассказываешь? Чуешь, натуре, ты уже моя слова? Чуешь, я сейчас подниму этих таксистов, что стояли там, дивилися. И они расскажут, как там все было. Еще? И расскажут, как там все было. Такие? И так, как оно было. А что вы? И у меня есть люди, те, что подтвердят. Да твои люди, все... я знаю, кто такие. Хорошо. Твои люди все мусорской. И ты тоже такой самый. Ты сам сказал Кагарлигу.
И твоя друг что, тоже сказал. Что я сказал? Что не понял у вас разговор? Что вы такие пидорасы, у вас базар было? Понял, что твоя брат был работал на мусорской, правильно? Правильно у вас слово так? А что не? Миша! Миша, что? Ну, вот все Миша. Какие разговоры были у вас? Какие разговоры были? По поводу чего? По поводу пидораса. Ну ты же нас обзывал пидорасом. Я? Да. Ну да. И потом кто у вас это сказал до конца? Кто сказал? Кто сказал? Не, ты говоришь. Доказал мы... мое слово? Ты сказал, він пидорас, я пидорас. Все пидорас. Что ты, блядь? Такие разговоры. Что? Ну, вы не дай пища, никого не снимает, а только в райделе. Так было? Да. Чуешь? А почему ты мне один вопрос скажешь? Когда я возле тебя стою, почему ты всегда твой телефон, короче, держишь меня? Хвай свой телефон. Потому что хвай твой телефон. Потому что от тебя можно ожидать все, что угодно. Выбьешь телефон, а телефон не дешевый. А Миша, я говорю, Миша, постыдный брат. Хочешь, снимай. Я тебе ничего не... Просто, пожалуйста. Не, подожди, я скажу, пожалуйста, за меня имя, если клянусь, больше говори. Я за это сегодня приехал. Если мне говорит, что ты сказал Артур Мусорской, я тебе клянусь, уже не знаю, что делать. Снимай, хочешь, я с тобой поеду, гену снимай. Отвечай на пидорас. Мне похуй вин. Я тебе сказал, я ее не снимал, так? Дальше вы мне что сказали? Не снимать в городе. Тільки я снимаю видос про ментів, вы сразу тут. Я сказал, не трогайте ментов, трогайте в райотделе. И да, и потом. И ты за это думаешь... Сегодня ты приехал, мы например... Не, ну ты так настаивал, не трогайте ментов. Ты за это думаешь, что, короче, мы за мусорской, да? Ну а как тут понимать по-другому, скажи? Как понимать? Ты говоришь, вы трогаете мусора, мусора трогают мой бизнес. Я так сказал? Да, был такой разговор. Тогда. Когда? Ну тогда. Поехали. Да ну что опять поехали? Поехали! Да не буду никуда ехать. А почему? Что я буду куда съехать? А почему ты? Стою, почему ты не хочешь поехать? Ну ты же так сказал. А что, как сказал я? Это моя бизнес? Ты сказал, что менты мешают твоему бизнесу. Чуешь, я тебе нахуй так сейчас делаю, ты кагарлык даже не заезжаешь, я тебе отвечаю. Чего ты так любишь угрожать? Потому что ты сейчас брешешь нам. Опять я уже брешу. Твоя слово, я тебе поедешь, твоя райдилер, скажешь ты. Ты райдилер рубишь, ты уже бьешь, я с тобой шу. Ну, а ты кто такие вообще? Я громадянин України. Ну, а я тоже. Громадянин? Конечно. Паспорт покажи. Кому показать? Мені. Тебе показать. Да. А ты кто же тебе показать? Да. Я не понял. Ты нахуй шо? Иди отсюда нахуй, да. Кагарлик. Сейчас с моими пацанами тебя нахуй будем робить кагарлик. Ну давай, делай. Ты кто вообще так сюда делай. Приехал? Ты отвечаешь за базар? Конечно, отвечаю. Так а делай. Ты кто такие да вообще я сюда? Я громадянин України. Иди отсюда. Вообще. Чего я буду идти? Нет, так иди, это наши базар. Все были изначально при одном том самом разговоре. Я уже базаром людина, и все. А ты кто вообще тут? Ты кто вообще? Ты делай Артур, базар. Говори, Виталий, короче, нахуй ты допасал. Смотри, что тебе говорят. Больше меня имя. Если ты скажешь, что Артур Мусорской, я тебе клянусь маму, я тебе будем, короче, нахуй робить. Целый день. Вдвое будем короче, сегодня. Собери нахуй пацанам, кому ты уже звонил. И давай, будем воевать сегодня. Давай, нахуй. Давай, собирай. Пришлось.